Всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить GTA 3. Итак, у нас еще одна миссия на суку, она опять на стройке. Сидит и мучает парня, теперь с подружкой. Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Так, ну чё, поехали. У нас здесь 3.5 минуты. Мы можем особо не торопиться, потому что самолетик наш прилетит на последних секундах. Если нам придется торчать 2-3 минуты там. Так, спокойно, очень медленно. Занимаемся своими делами. Катер тут довольно недалеко, полминуты езды на такой тачке. Даже нет, полминуты нет. Соблюдаем правила дорожного движения и едем через красный свет. Почему бы нет? Здесь все идеально получается. Все окей, тачка живая. Тут нас ожидает подарочек в виде базуки из 5 ракет. Но у нас есть целых 34. Так, двигаемся к бую и да, поджидаем. Главное попасть по самолетику. Блин, вот я броньку забыл купить. Ах, у нас ее очень мало. Так, вот такой. Теперь ждем тут еще 1.5 минуты. С этой стороны вроде он появится. Так что держим пушку наготове. Вообще могли бы взорвать таким образом. Хотя вот почему-то показывается, что типа с той стороны он летит. Непонятно. И потом вот путаница происходит. Вот видите, сразу вылетает вот такой самолет. И думается, что это тот самолет, который надо сбить. Вначале так я, честно говоря, и подумал. Но это не он. Там потом еще один самолет прилетел. Не знаю, по скрипту ли это так задумано. Но, как видите, он пролетает вот такой полукруг и летит в эту сторону. Вон, видите? Все-таки все по скрипту, он летит. Другой самолет. Но это не тот, который нам нужен. Через где-то 30 секунд он как раз над нашими бошками пролетит. Ага. А, нет, это всего лишь чайка. Это я-то подумал. Так, на горизонте пока ничего не видно. Так, вот сейчас он будет лететь. Главное не промазать. О, да! Попал! Так, теперь главное товар собрать. На этом сраном катере хрена с два соберешь. Дико медленный. Чтобы повернуть, надо надавить на газ. Вот буй нам поможет сманеврировать. А вот хрен. Не смог, однако. Не стреляйте! Так, теперь надо возвращаться обратно.
груз у нас есть, какие-то высокие волны. Так, извиняйте, мистер офицер, но я должен это сделать. Жалко. Блин, чё с ним? Чё он так едет? Точнее, плывёт. Волны какие-то стали. Вдруг. Посмотрите. Они реально какие-то стали волны. Можем... Давай едь. Можем вот прям... заехать сюда. Так, теперь аккуратненько спускаемся пешком, чтобы не промочить наши ножки. Наша тачка нас ждет, никуда не ушла, никуда не уехала. Лип 106 тоже. Так, где-то тут уже я вижу. Пошли вон! Ох ты, видели, как через меня перепрыгнул? Так, они уже новую вертушку вызвали. Отправляемся на стройку. Что-то взорвалось, да ладно, это видно одна из этих машинок. Ну, смотрите, какие выкрутасы они тут выполняют. Скорее к стройке. Что у нас быстрая машина? Они тут на всей скорости мчатся. Так, все, приветствую, свой спан. Ой, давай залезай. Выкуп. Ну и 45 тысяч тогда у меня. Ух. Так, пацаны, я не против, если я на вашу тачку немного запрыгну. Так, похоже, близится конец игры. Мы очень близки. Закупаемся броней, у нас, в принципе, оружия достаточно. Ну и, в общем, готовимся к финалу. На этом пока все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео в избранное, также делитесь им, надеюсь, вам понравилось. Ждем финала с нетерпением. Всем всего хорошего. Пока-пока-пока.